have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. И, как ни странно, игра загрузила нас практически с того же места. Я стоял перед вот этой дверью, где открылось все красным ключом. Все хорошо и все нормально, в общем-то, в принципе. Так, что у нас? Пойду пока с этим. Еще арбалет. Да. Кстати, арбалет стреляет плазменными патронами, так же, как и плазменная пушка. Понял, почему в арбалете было пусто. Теперь у нас есть снайперка и пулемет, которые тоже подвязаны под одни патроны. Тоже понял. То есть у нас, по идее, есть дробаш и двустволка, тоже под одни патроны. Осталось закольцевать ракеты, если они будут закольцованы, уж я не знаю. Фух, ну поехали. Сейчас что-то будет. Мне кажется, сейчас что-то будет. Но они не могут это оставить незамеченным, да? The second control terminal still requires activation to destroy the nest. Куда я пойду? I'm unable to open the door to the second terminal at this time. You'll need to find an alternate route. Да ты задолбала! Говна кусок! Уйди от меня! Вот эти вот меня больше всего бесят. Вот скажу честно. Так, тут у нас патрошки заканчиваются. Вот эти вот ребята меня больше всего бесят. О, автокарта. Ask not what we can do for you. Ask what you can do for us. Это очень похоже на девизы американской армии. Ох ты ж. Так, ребятки, во-первых, вот так. Во-вторых, вот так. Ты пошли. Иди отсюда. Щиты, да? Щиты, говоришь? Почему на них не работает вот эта штука? Да уйди от меня! Так, у меня мало патронов осталось. Давайте постреляем из чего-то более... А оно что, сейчас закончится? Закончится. Все, до свидания. Патрон надо где-то взять, да и хп-шка не помешала бы. Как-то добраться до этого. Хорошо, я понял. С чем бы мне пойти бы? Дробаш у нас заканчивается с арбалетом. Стоп, а где? А, у нас... А, минуточку, а на шестом? На седьмом. Все, я понял. У нас есть пулемет. О, кнопочка. Кнопочка должна была им открыть все, да? Телепорт. Давай еще патронов. Я не против еще патронов. Так, ракеты. Не ракета. Да что такие быстрые? А, вы под бафом. Все, я понял, ребят. Вы у нас бафнутые, поэтому... Минус. О, бронька. Здравствуйте! Блин, хпшки мало. Я что, переключился на автоматический режим? Когда успел. Ну хорошо, пофиг.
Вы мне предлагаете отключать это все, да? Здравствуйте. А как я вам это все отключу? Экстра жизнь получена. Круто. Зачем я здесь? Тупо за экстра жизнью? И все? А, так, кстати, вот это F. Вот это, наверное, тоже F. Я не знаю, пока снайперка мне не нужна. А из пулемета стрелять слишком накладно. Ай, больно, блин. Меня сейчас убьют? Меня убьют, убили. Да ёпер СТ, этот меня вообще закусал. Что-то очень жестко. Окей. Там огонь везде, это чувак на меня тоже напал. Ладно, все, собрались, поехали. Вот это. Вроде все как есть. Поехали. Одна хп. Ну, меня типа убили, у меня просто сработала экстра жизнь. А, я могу его распилить? Стоп, иди сюда. Могу. Почему бы мне этого сразу не сделать? Мне очень не нравится, когда они такие быстрые. Пофиг, что они дамаги, всякое такое. Мне не нравится, когда они быстрые. Вот, все, короче. Ну, с кишки. Я это возьму, если вы не против. Да, спасибо. Че? Да чтоб тебя! Я заберу. Тут же экстра жизни, естественно, не будет. Естественно, нет. Окей. Сюда за мной никто не вернется. Ладно. Вот, этого чувака мне надо. Куда я теперь полечу? Никто не знает. Нафиг, тотем уничтожен. Ух. Тотем уничтожен. Теперь можно, собственно, следовать дальше. Свои 12 патронов. Вы шутите нафиг. А, там ракеты есть, кстати. И там тоже надо будет прыгать. Ого. Ну, вроде нам сюда. До свидания. Так я заберу. Так аккуратненько приныкался, осторожненько. Я тут постою немножечко. Чёртовы Супер Марио. А что там? Вот что я упускаю сейчас? Там что-то зеленое. Зачем я здесь? Туда что-то можно. Ну, то есть, да, можно пропрыгать. Можно пропрыгать здесь и пойти туда. Зачем? Так. Зачем я это все делаю? Зачем мне сюда? Объясните, пожалуйста. То есть сюда ведет дорога. Сюда. О, вижу, даже можно сюда вот так. Сюда ведут препятствия. А, это был способ сюда добраться? А вон там секретик. Хочу ли я туда? Да, давайте. Почему бы и нет? Main theme написано, основная тема. Круто.
Я теперь туда не доберусь, да, уже опять? Или доберусь? Или как это все будет происходить? Обычно. То есть сюда можно было просто вот так пропрыгать. Зачем я тогда все вот это вокруг пропрыгивал? Там что-то было? Не знаю, не знаю, ребят. New sights, make new friends, soar to new heights. Join the official mortally challenged visitor welcoming committee today. Опа, вот эту штучку я возьму. Руны нам предлагают еще одну выбрать, хотя мы уже выбрали, по-моему, все, что нам нужно было. Грена. А, типа, если убиваешь, то сокращается время перезарядки, я вас понял. Вот, вот это мне, наверное, нужно будет. Улучшает воздушный контроль, когда в воздухе, это я возьму. Ну, в любом случае, руны мне надо будет пересматривать. Мы уже взяли, я так понимаю, больше половины. Здравствуйте. Т-800. Да не зажимайте меня, дурак! Черт, я тебя прикончить хотел по-быстренькому. А ты со мной так... Один хп остался. Так, ладно, нам дают дропаж, давайте возьмем дропаж. А еще кто-то есть, нет? Ключ. Кстати, синий ключ. А это ключ для состязания или это какой-то ключ, который мне нужен? Если ключ для состязаний, то он мне как-то так-то... Я не буду этим всем заниматься. А если ключ, который мне нужен, к ним можно пройти с той стороны, вон там, разбив стенку. Я понял. Хорошо. А что здесь? Почему оно так светится? Ну, мне бы туда, конечно. Ну ладно, зеленый костюм у нас вроде как присутствует. Зачем нам сюда? А, вот зачем? Кнопочку нажать. Туда, значит, как-то можно попасть. Ай, черт тебя. Бить меня начал. Это у них такие ворота импровизированные. Странно, что я не могу сломать эти зубы. Ну, блин, мы же играем за Слеера. А вы нафиг издеваетесь, да? Так, и чё? И куда? А, вон туда, что ли? Серьезно? Я понял. Угу. Да? Да? А вот это меня сейчас пробесило, конечно, чуток. Вон туда как-то можно попасть. Да прекрати ты! То есть можно... так, так. Вот сюда можно по... Я не то выбрал. Ладно. Сынечка, я попал. Иди от меня! Знаешь что, дай патроны. Где ты, говно? Иди сюда. Еще и жизнь мне отдай. Я прошел правильно, что ли? О, кстати, тут вот это вот можно пройти. Да, и забрать ключик.
синий. Все, это был третий ключ. Ключик, он был секретный или нет? Мне пришлось бы потом за ним как-то возвращаться. Там, короче, какие-то другие пропрыги были, мне кажется, и... Ну да ладно, сработало и сработало. Нет. А, вот, собственно, тут синий ключ и нужен. Все, 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 сошлось. Там посередине нигде пойти никуда. Опять в говно лезть. Можно вот так сделать, да? И вот... Ой, здравствуйте. Тремя гранатами, ладно. Поговорили, разобрались, и то хорошо. Я могу тут открыть. Зачем? Чтоб секретик взять. Спасибо. Ого, и там секретик. Портал куда? Портал сюда. Новая игрушечка. Суперски. Там есть левел ап. Ой, это в смысле жизни. Жизни ап. Ее можно взять оттуда, я так понимаю, да? Да, но я не долечу. Ладно, пофиг, кто там у нее. Как бы не пофиг, наверное, но... Нам туда. Нет! Там что, бензин был? А, это просто бочка. Кстати, там же у нас была какая-то обилка, чтобы бочки восстанавливались или еще что-то такое. Так. Вот, можно тут зацепиться точно. Я же видел, что я не долетаю. Ну-ка, давайте сюда. Стоп, народ. Это все меня приведет туда, куда мне надо? Здравствуйте. Красиво. Призрачные пинки чуть не подловил меня. А, стоп. Икс это, оказывается, возвращение к предыдущей пушке. Я этого не знал. Миниган. Не знаю, кстати, ребятки, пока что насчет минигана. Секрет найден. Какой? Пофиг. Да-да-да-да-да. Я не собираюсь им пользоваться. Я хочу это. Точно, это я сюда попал. Тут же у нас это... Вон оно, это фиолетовое... Соревнование. Так. Минуточку, по мне фигачит. Давай сюда. Мне же там надо было что-то реактивировать. Нормально, кто еще? Давай, чувак, поговорим с тобой еще. Надеюсь, я подобрал все, что надо. Стоп, у меня есть ключи, и у меня там есть активация реактора. Ключи у меня есть все. Давайте я их все сразу засуну. Или мне надо сначала реактор активировать?
This air shaft will provide access to the generator's control terminal. А мне теперь куда? Destroy Supergore Nest. Я понимаю, дайте мне метку, куда идти. Или мне теперь сюда? Вроде как сюда. Стоп, это все мне нужно было для того, чтобы добраться до второй точки? Точно! Я теперь только допер до этого. И мне не надо было найти ключ до второй двери. Вторая дверь просто была заблокирована. Мне нужно было все это для того, чтобы дойти до второй точки. Что-то только в голове сейчас сложилось. Круто. Давайте поджарим его. Я не против. Нажми на кнопку. Получи результат. Такой переключатель, как в старых автоматических коробках на машинах. Такой тоже с кнопочкой. Опа. Мы тупо валим отсюда? Warning. Main generator overload. I repeat. Main generator overload. Please proceed to the nearest emergency exit. Надо дробаш. Стоп, это на время. Идите вы нафиг. Я не туда иду. До свидания. Блин, тут все закрыто. Черт. Я взял оружку для того, чтобы пробиваться. А, ёпанье, вот вижу куда. Бронька. Нафиг мне вас. Не надо. Куда? Сюда, спасибо. Вижу. Просто я телепортнулся, здесь моментально было закрыто. Сюда, вижу. Фух, успели. Нафиг не надо было отстреливаться, не надо было ничего, надо было просто бежать. Фигак. Мясо разлетели немножечко. Нафиг челленджи. Просто нафиг челленджи. Hold to continue, поехали. Мы сейчас, получается, телепортнемся обратно к себе на корабль, да? Да или да? Давайте посмотрим. Fortress of a Doom. У нас батарейка появилась, значит мы можем... Давайте костюм пойдемте откроем. Блин, я опять забыл, где он находится. Он где-то сверху, снизу. У нас есть две батарейки. В прошлый раз у нас была одна, мы сейчас подобрали... Еще две подобрали. Доктор Хейден. Вот эта штука. Да-да-да, accept. Что мне это даст? Мне просто интересно. Это единственное, что здесь есть такого типа. У меня есть еще один. Очень жаль, что их тут по два. Так, это скин просто? Это просто скин? Ой, блин. Я не это хотел сделать. Я думал, это какие-то улучшалки, броня. Блин. Ну все, у меня одна батарейка опять. Да, я подобрал две батарейки в прошлый раз. Осталась одна батарейка, с одной батарейкой я уже нифига сейчас не сделаю, придется подбирать еще. Это просто скин, черт побери!
Точно я тут ничего не могу нажать, это... Спасибо, игра. Вот сейчас вот это мне не понравилось. Извините, ребятушки, кто разочарован или что-то такое. Я не ожидал такого поворота. За две батарейки скин. Черт побери. Bethesda. Так, тебе через так. Так, ладно. Давайте обратно к сюжету. Нам нужно найти доктора бла-бла-бла какого-то, который нам поможет бла-бла-бла найти последнего этого приста, служителя. Когда убьем последнего служителя, короче, двоих мы уже закатали в асфальт, третьего надо убить, и все, будут единороги, бабочки, рай на земле. Все, я понял. Тогда давайте рискнем найти чувака, который нам поможет найти последнего лича, Сэмюэль Хайден. Пойдемте к Сэмюэлю. Что мы можем качнуть? У нас есть, кстати, для прокачки костюма у нас есть 6 поинтов. Да, что мы можем? Морозящие гранаты, не знаю, пока не пользуюсь. А это все для морозящих гранат, я понял. Что вот это такое? Дэш быстрее заполняется. Блин, это нужная штука. Исследование. Открывает позиции всех... всех вещей на автокарте. Блин, я этой картой это не пользуюсь толком. Дальше. Больше освещения. Ну, это для использования карты. Хорошо. Бочки. Бочками не пользуюсь. Опять же, возрождающиеся бочки. Не знаю. Так, обычные гренки. Быстрее перезарядка гренки. Опа, вот это две гренки, потом только требуется. Давайте я вот это возьму. Потому что мне это понадобится точно. Гренами я пользуюсь. И я вот что думаю. Открывает расположение всех вещей на карте. Открывает все расположения автокарты. Давайте вот с этого начнем. Будем потихонечку вкладываться по одной штучке. Все, поехали. А то как-то останавливаться здесь еще рано, время у нас есть еще поиграть. Поехали, посмотрим, что нам этот док расскажет. Ну, блин, я его называю автоматически док, это какой-то ученый или еще кто-то. Ну, короче, да. Супер гнездо мы уничтожили. Мы красавчики. Итак. Dr. Hayden is just across the complex. Да, это док. This industrial campus was once the headquarters of the resistance. Доктор Хейден. Все-таки мы доктора ищем. Окей. На буковку М карта у нас не открывается. Тут реверсивное управление, кстати, на карте. Очень обидно. Я понимаю, что здесь уровни очень запутанные. Ух ты ж, ёпрст, что там творится? News for the faithful. The deceiver, Сэмюэл Хейден, has fallen. The Ark is no more. Говорят, что этот чувак как раз сдох недавно. Поэтому вроде как им больше ничего не угрожает. Здравствуйте. Патрончики, да? А, ну, что я пришел с полными патронами. А, это ты у нас типа большой? Ну, ладно. Опа! Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия. Что-то вот эти более крепкие, чем мне... хотелось бы, наверное. А то я тебе башку застрелю. Не застрелю, а отстрелю. Кто вспомнил, откуда это, пишите, ребятки. Ракету нам предлагают, кстати, использовать. Да, знаете что? Что у меня сейчас творится по рунам? Какие стоят? Стоит быстрое добивание, стоит жизнь.
и стоит, что они долго остаются в этом же, в этой же ситуации, ну, типа, в таком же положении, все, меня все устраивает. То есть новую руну, которую мы взяли, она не стала на место автоматически. Здравствуйте. Да лопнуть ты не хочешь там, например? Может поджечь кого-нибудь? Я бы броньку взял, например, да? Ну ты же живой еще. Где еще? Где ты, дебил? Да иди ты нафиг! Колбаса ты рубленая. И ты иди нафиг. Все? Взял, блин, броньку, ага. Ракета, ракета 11, кстати. О, это ж бензин. Да. Прикольно, разрушающееся окружение. Такой секретик. Вроде в легком таком месте, но не очевидно. Это подберу ракеты. Мне их все равно предлагали. Замахнулся? На себя замахнулся. Пинки, блин. Фига в пинки. Успокойся. Ха-ха, неплохо. Кто там? Так, у меня дробаш закончился. Жаль. Ох, красиво. Чувака на шматочки разорвало. Так. А ладно, пойдемте. Надо патрон на дробаш, короче, при возможности... А, вон патрон на дробаш, вижу уже. Да и эти патрончики тоже ничего. Ба! ХП-шечка. А, вон еще ХП-шечка, я ее не буду пока брать. Где он? Ой, то-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 
Это просто, я не знаю, мелочь мне дают для чего-то подзарядиться. Жизни как раз не хватало, ладно. Узбогойся, блин. Кто? Кто там так топает громко? А, она не стреляет просто. Вот тут. Дробашку у нас опять полный, давайте этим будем пользоваться. Сюда в офисину можем зайти еще для чего-то. Для чего? Не знаю. Вроде тут ничего не поделаешь. Да ну. Чё ж ты бабочек ловить? ХП-шку отдавай. Вот эти меня пока что больше всего бесят. Да, чувак, ты это...
Ты тут просто появился, чтобы я жизни поднабрался. Все, так что не напрягайся. От тебя тут мало чего зависит. Поехали, поехали. Что, что? Музло прям на уровне. Под такое музло хочется идти и убивать толпы демонов. Так рычать грозно, а где они? А, внизу. Красиво. Тоже неплохо. Блин, чувака разорвало слишком быстро. Я не успел с него подзарядиться. Нафиг пошли все. Блин, красиво. Бздынь. Бздынь. Дэшнулся к нему, все. Так, нам туда. 8 патронов. Блин, 8 патронов мало. Хочу больше патронов. Хочу быть владычицей морской. Опа, туда-сюда. А тут тогда что? Тут патроны. Что я возьму? Блин, я не могу это взять, серьезно. Карл. А, поехали с этой винтовкой. Я не понимаю вот этой фишки насчет окончания, насчет ускорения добиваний. Зачем? Добивание то, ради чего люди играют в эту игру. Ну, практически. Это же красота. Как можно это скипывать? Так, я тебя не понял. Оп-оп-оп-оп, стоп-стоп, не надо, не надо. Мне сейчас вернут все хпшки. Банка передо мной обязательство. Хорошо. 9 хп осталось на плазме. Ой, 9 хп, 9 патронов на плазме осталось. Это отвратительно, ребят. Так, аккуратненько за стеклышком припрятали, чтобы я не заметил. Красавцы. Так, дробаш зато целый. Пойдемте с дробашом. Я не против. Далеко нам вообще еще идти интересно. Ну, это весь уровень будет, это здание, это я понимаю. А запрыгнуть, например, не хочешь, не? За ногу. Я туда уже не вернусь. Спасибо. Давайте эту тему попробуем с Греной. Да, работает. Фирменный удар коленом. У кого он там был? У кого был фирменный удар коленом? Кстати, у меня рука зарядилась, если что, можно будет долбануть. Буньк. Угу, понятно. Так, хпшечка. Зачем я переключился обратно на эту штуку? Никто мне не подскажет. Блин, они слишком... слишком быстро дохнут. Черт! ХП! ХП! Окей, оно срабатывает. Значит так. Надо к этому парню... Да что ты мне его, блин, щитом прикрываешь? Блин, грамотно так работает. Вообще офигеть.
вот, короче, да. Еще ты меня бесишь. Глазастики меня бесят. Я, короче, даже не знаю. Так, плазма у меня закончилась. Оу! Почему я так медленно хожу по этой штуке? Фух. Иди сюда, сдохни. А с тобой вообще сейчас все печально будет. Неплохо. Поинт заработали. Да хорош прыгать, попрыгунчик фигов. Возвращайте мне все, что я потратил на вас. Еще один поинт заработан. Хорошо. Так, вот эта фиолетовая штука, она меня замедляет. Это плохо. Я это заметил не сразу. Это была моя ошибка. Да, вот, короче, еле хожу. Так, не сюда это, я понял, хорошо. Здравствуйте. Это я все заберу. А туда мне нельзя, что ли? Я не понял. И что тут тогда? Тут же явно какие-то секретики есть. Это же не зря сюда такой полигон огромный. Или я со всеми ними должен был здесь встретиться? Я что-то пока не вдупляюсь немножечко. Тут нету секретов, ребят, я не верю в это. Это же Doom. Ладно, пойдем. Что-то аж прям как-то аж прям где-то. Ай, канистрочку я тоже прихвачу, наверное, знаете что? The entrance into Dr. Aiden's outpost is blocked. Two peripheral turrets identified. Calculating optimal firing path. Серьезно? Confirmed. You could use both turrets to clear a path. I will mark them for you. Спасибо. Толстолобый пинки. Знаете? Черт. Меня тут уже заперли, ладно. Чувака немножко бомбануло. Я его могу понять. Что ты такое? А, он тоже разлетается, он тоже дохнет. Все нормально. Он тоже разлетается, он тоже дохнет. На, греночку скушай. Хватит тебя. Так, мне нужны тут еще патрончики, так что... Как можно было промазать, блин, с такого расстояния? Ладно, мне тут давали другие патроны, но это... Я это увидел уже только позже. Стоп, а сюда что? Ты, блин, восставший из зада. На тебе еще греночку. Кушайте, не обляпайтесь. Плохо. Пасечку. Куда ты убежал? Зачем ты убежал из меня? Зачем ты бегаешь?
Давай сюда, пройдем тебе срочное вскрытие. Так. 25 метров туда. Ну что ж. Я отсюда не могу допрыгнуть. Ладно, давайте отсюда допрыгну. А там что? Просто аптечечка. Перчатка реально заряжается быстрее теперь. Ты, блин, реально... Да зацепись! Это же для того, чтобы зацепиться, не? Или мне куда-то дальше наверх? Погодите. О, автокарта. Автокарта получена. Фиолетовый ключ. Это для испытания. Я понял. Я, наверное, ничего такого проходить не буду. Но ключ пусть будет. Почему я туда не... Вот, вот сейчас серьезно. Я не понимаю, почему я не дотягиваюсь. Ключ-то ж был секрет, так я понимаю. То есть мне туда нафиг, в принципе, не надо. Нунечка, может, мне туда дальше надо? Да вроде нет. Как минимум, не зря заглянул. Окей. 89 метров туда. А испытание само находится здесь. Но я не пойду, я же говорил вам уже. Фух. Хоть батарейку нашел. Теперь не так обидно. 50 метров туда. Все-таки здесь оно просто... не зацеплялась почему-то. Я тебя сейчас посчитаю там нафиг. Щитовики бесят. Щитовики бесят, я вам скажу честно. Щитовики бесят. Так, ракеты я не трогал. Вниз туда. А внизу секретик. Чит-коды. Ой, блин, это то, что я так и не находил за все это время. Неужели я нашел первый? Тут... Мне туда. Там пушку можно проапгрейдить. Блин, пустите. Черт, ладно, попробуем за... А, нам... Нам в любом случае туда. Я дезориентирован, извините. Все, все, я понял. This is Dr. Elaine Richardson, login 002. Subject analysis of Doomslayer, January 24th, 2163. Said the subject is a demon. We have blood samples pulled from the Mars base of the His blood type is AB positive. He is male with a genome that makes him very much a member of the human race. But the enhanced strength, speed, and athleticism would indicate otherwise. But we can see from the blood samples that there are foreign bodies present of unknown origin. I cannot, as a contributing member of the scientific community, agree with the assumption by some of my colleagues that he is, for lack of a better word, a god, an avenging angel, the right hand of doom here to save humanity from its sins. But I cannot ignore that the timing of his arrival, the identity of his enemies, the fire and brimstone element to this catastrophe we currently find ourselves in has... It has definitely shaken my scientific resolve. Хорошо. Нас тут слегка обозвали богом, что приятно. Куда я хочу влепить? А что у меня еще не влеплено? У меня есть вот это, вот это. О, у меня есть на миниган у меня ничего не влеплено. Мобильная турелька. Или энергетический щит.
Я поставлю, наверное, на вот это. Это будет чертовски большое потребление патронов, я так понимаю. В любом случае, мне понадобится и то, поэтому берем это. Отдай сюда. Да, нет патронов, это печально. Здравствуйте. И тут нет патронов. Блин, мне кого-то срочно надо разрезать, у меня только плазма осталась. А как вы себе это представляете? Нет! Вот патроны. Тот момент, когда бомбануло. Блин, я не собирался его таким образом убивать. Нечку, тут что-то зеленое. Что это может быть? Типа просто огонек, что нам сюда? Ну, это было понятно. Туда? Вы шутите? Вот так. А, стой! Патроны. Слегка приземлились на чувачка. Приземлись. До свидания. Фух. О, кстати, самолетик. Ну что, мы разобрались, нет? Блин, а мне туда надо. А как туда попасть? Не знаю. Нам туда дальше, блин, а я туда хотел бы как-то попасть. Вряд ли это отсюда, да? Хотя кто его знает на самом деле. Знаете, ребятки, давайте, наверное, на этом моменте мы с вами остановимся. Дальше мы будем пропрыгивать туда наверх. Вот, а пока что, наверное, на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем, кстати, температура, смотрите, 6,6. Очень подходящий. Спасибо, что были с нами, ребятки. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.